Приближается самая долгожданная пора года, горячо любимая и взрослыми, и детьми. Этим летом для жителей Сморгонщины и гостей нашего города подготовлены различные формы досуга. Подробнее в нашем следующем сюжете. Приближается, наверное, самая любимая пора для всех категорий населения, без исключения. Это лето, это теплое время, когда мы не только работаем на своих присадебных участках, но и находим время для того, чтобы отдохнуть на природе, на вольном воздухе. Значит, мы готовимся тоже к этому сезону. Зону летнему. Уже разработан план мероприятий на лето. В городе мы каждую неделю будем проводить концертные мероприятия в сквере, в парке. Арт-бульвар у нас будет в этом году работать в другом формате. Мы будем туда ставить не концертные мероприятия, мероприятия, связанные с мастер-классами. Это будут мастер-классы по ремеслам и интерактивные мероприятия библиотек наших с квестами, с интересными играми уличными в таком формате. Также у нас продолжается проведение брендовых мероприятий наших агрогородков. Нужно следить за сайтом районного центра культуры, где мы будем публиковать афиши. Есть у нас свой телеграм-канал «Культура Сморгонщины», где мы тоже публикуем афиши брендовых мероприятий. График их тоже уже составлен. Июнь месяц у нас очень плотно занят такими плановыми мероприятиями. 10 июня – это общий выпускной. 16-17 июня – это праздник города, 520-летие города. 24 июня – это праздник, посвященный Дню молодежи. Вот с июля месяца у нас будут по субботам концерты в парке. Мы выбираем пока время, которое нам бы хотелось для этих концертов определить. Это будет либо в первой половине дня, либо сразу после обеда. Будем смотреть, как удобнее будет нашим слушателям. Кроме того, музейное наше учреждение подготовили на лето ряд выставок интересных. Возможно, мы будем с этими выставками выходить также на уличный формат для того, чтобы сделать рекламу и пригласить в наш музей. Ну и традиционно, поскольку лето – это время каникул, это время отдыха наших детей и молодежи, еженедельно будут работать три площадки игровые, развлекательные для детей и молодежи тоже по графику. Сейчас создается такой интерактивный баннер «Лето 2023», куда мы будем загружать всю актуальную информацию по проводимым мероприятиям в летний период. И начнем мы, открываем летний сезон 3 числа. Будет большой концерт школы искусств, такое рабочее название «Приглашение в музыканты», потому что сейчас активный период набора в школу искусств, когда приходят дети обучаться по различным видам творчества. Поэтому для тех, кому эта тема интересна, и кто еще сомневается, нужна ли им музыка, я очень рекомендую 3 июня этот концерт посетить. Состоится он в летнем амфитеатре в 12 часов.